Финал Олимпийских игр – мечта любого спортсмена. Ирина Курочкина шла к нему всю свою карьеру. С первых минут японка показывает свой высокий уровень. Захват со спины – еще одна атака, преимущество в 2 балла. После передышки спортсменка из страны восходящего солнца выталкивает бобручанку – плюс 1 очко. Ирина держалась, но опыт сегодня победил – 5-0. Рисако Кавае завоевывает для себя вторую золотую награду. 5 лет назад она поборола другую белоруску – Марию Мамашук. За 1000 километров от Токио в агрогородке Ракушево Круглянского района за выступлением следят самые преданные болельщики, родные Ирины Курочкиной, мама, папа, сестры. Никто не жалеет сил, все переживают. Для спортсменки это первая Олимпиада и сразу такой успех, эмоции переполняют. Я думаю, она гордость не только нашей семьи, но и всей Беларуси. И серебро вообще отлично. Все, хай бог здоровья только это есть. И быстрее домой возвращается. Ой, все, счастливо, и дороги домой. Просто эмоции невозможно сдерживать. Она молодец, она достойна этой медали. Она работала на эту медаль, она заслужила это. Да. Она это заслужила. Она к этому стремилась, она молодец. Я не расстроена, нет, я очень рада, я горжусь своей сестрой. Она молодец, это слезы радости. Спортивная карьера Ирины Курочкиной начиналась в Круглянском районе. Первый тренер Анатолий Баландин. Он и сейчас всего себя посвящает местной детворе, делая с ними первые шаги в спорте, как когда-то с Ириной. Успех на Олимпиаде вызывает самые теплые чувства. Девочка, которая вот вышла с села и пошла дальше, и попасть на Олимпиаду, конечно, каждый мечтает и думает об этом. Вот и детки завидуют, и, ну, и мне как тренеру приятно, что вот моя ученица вот дошла до Олимпиады, еще медаль принесла. Болеет за Ирину и весь Бобруйск. Евгения Андрейчикова 10 лет на одном ковре с Курочкиной. 2 года тренируется под руководством одного тренера. Девушка знает, подруга по команде – настоящий лидер. Медаль на Олимпиаде была ее мечтой. Ира показала за все эти годы себя целеустремленным человеком, знающий, чего хочет в жизни. Она, несмотря ни на что, на внешние факторы, идет за своими медалями, несмотря ни на что, ни на травмы, ни на плохое настроение. Ни на что. Я горжусь то, что на одном ковре тренируюсь с Ирой у одного тренера, и вся Беларусь болеет за нее. Я хочу, чтобы она это знала. Она достойна этого, это не случайность. Она к этому готовилась, мы знали, что будет медаль, но какой степени? В Токио рядом с Ириной ее личный тренер Артур Зайцев. Наставник не скрывает гордости, да и сейчас не тот момент, чтобы прятать свои эмоции. Там слабых соперниц априори нету на Олимпийских играх, это 16 лучших спортсменок мира, и жребий вот был такой, какой он был, она все прошла их. Самое сложное было, конечно, первая встреча, потому что это был ее дебют на Олимпийских играх, и было присутствовало волнение, но к финалу, полуфинал она раскачалась как бы и показалась во всей красе. И победила достойно, считаю. Ирина Курочкина – серебряный призер Олимпийских игр. Бобруйчанка приносит 3-ю награду в копилку белорусской сборной. После награждения спортсменка не может сдержать слез. Хочу сказать огромное спасибо. Поддержка чувствовалась. Вы супер. Сегодня у нас серебро. Я рада. И благодарю каждого, кто внес в это серебро свой дух, энергию. Я вас всех люблю. Спасибо огромное. Олимпиада в Токио продолжается. У Беларуси еще есть шансы пополнить свою копилку. За спортсменов болеет вся страна. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.